Всем привет! Меня зовут Горбунов Павел. Я председатель Вологодской региональной общественной организации «Созидание» и руководитель компьютерного клуба «Волбит». Мы занимаемся научно-техническим творчеством детей и молодежи, обучением и вовлечением детей в цифровые информационные технологии и популяризацией технологического предпринимательства. Мы планируем, что вокруг «Волбит» через 2 года совместно с органами государственного управления, общественными организациями, бизнесом, образованием, наставниками и технологическими энтузиастами создана региональная экосистема управления талантами, в том числе выявления и развития талантов. В перспективе создано сетевое сообщество разработчиков и IT-предпринимателей, действующее в русле национальной стратегии, в том числе на глобальных рынках. На селе дефицит и большая загруженность учителей информатики. Поэтому в обучении и мотивации детей младшего возраста могут помочь волонтеры-старшеклассники, которые уже решили связать свою профессию со сферой цифровых технологий. Опыт работы с волонтерами у нас есть. Сейчас стоит задача создания ресурсного центра, где волонтеры могут пройти обучение, обменяться опытом, получить методики. Мы накопили опыт и знания. У нас есть команда. Эксперты, наставники, волонтеры. Мы хотим передавать наш опыт и знания детям и молодежи. Помочь им с выбором будущей профессии и призвания. Возможности трудоустроиться и самореализации на благо России.